Девятый сентябрьский тур ежегодного закрытого районного чемпионата по интеллектуальным играм «Что, где, когда» прошел в этот раз на спокойной и стабильной ноте. В игре участвовали прежние команды, новичков не прибавилось. Ведущая Наталья Борцевич, как и всегда, руководила процессом игры. Уже после первого отделения разминки своя игра стала понятна, что сюрприза не случилось. И в фаворитах те же самые знатоки. За моей спиной находится экран, на котором мы видим промежуточные результаты. В данный момент в своей игре лидерство захватила команда «Гиппократ» Слуцкой центральной районной больницы. Но вся борьба еще впереди, так как именно сейчас начинается интеллектуальная игра «Что, где, когда». В музыкальных паузах артисты молодежного центра легкими и позитивными песнями разряжали атмосферу азарта и умственного напряжения. В прошлой игре эрудитов из центральной районной больницы удалось обойти новичкам этого сезона, творческим и эмоциональным игрокам из команды работников культуры «Арт Хаус». Но в этот раз сюрприза не случилось. Мудрая сова заняла свое привычное место в команде слуцких врачей. В чемпионате этого года осталось всего 3 тура. Мы будем следить за развитием событий. Олег Пинчук, Олеся Белая, Игорь Стрижкин, Слуцк ТВ.